Бисмилля, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух, дорогие братья. Ну вот, только сейчас вышли от китайца, где я вам рассказывал бизнес-план покупки машины на рабочую визу. Рабочая виза, как я говорил, до этого видео $5000 стоит, и ты здесь можешь по этой рабочей визе привести семью. Ну и уже у тебя открываются новые возможности, ты можешь здесь покупать машину в рассрочку, как вот в этом видео, которое я до этого залил. А сейчас, смотрите, совсем другой вариант. Вот, например, Макан Лисайарат. Макан Лисайарат, то есть места для машин. То есть, если у тебя есть машина, или ты можешь привезти сюда машину, например, из Дубая. Там в Дубае вообще дешевые машины. Некоторые братья вот завозят БУ машины из Кореи и из других мест везут. В общем, у тебя есть машина хорошая, качественная, ты ее привозишь сюда. И здесь у тебя договор, то есть по договору с ними, они продают твою машину здесь. Автосалон красивый, конечно, машины уже все бэушные, но есть и новые, правда. Вот, например, красавчик, потом вот такой вот, BMW, смотрите, BMW за 420 тысяч, 22-й год, вот смотрите, 22-й год, 420 тысяч реалов. Делите на 3,74, всегда делите на 3,74. Вот здесь, например, смотрите, 220 тысяч. А? Так, с пробегом, да, он? Lexus, да? Так, а вот это что интересно было? О, вот. Смотрите, какой красавчик. Ага. Это вообще... Это у нас что? 19-го года. Мазерати, да? 315 тысяч реалов. На счетчике 30 тысяч. На счетчике 30 тысяч километров пробежал. И, в общем, вот ты свою машину выставляешь. Они по продаже, то есть цена рыночная выставляется здесь. Продают и продают твою машину и берут 5000 реалов за посреднические услуги. Вот. Здесь у нас 340 тысяч. Пробег 39 тысяч 17 года. И, в общем, вот такие вот машины. Ну и здесь и новый можешь купить вообще. Там вот мы смотрели. Хорошая Япанашка был. Митсубис. Хороший и недорогой, 85 тысяч. То есть 20 тысяч долларов ты хорошего японашку купишь. Чем вот китайца, которого я говорил, если, конечно, есть наличка, ты можешь купить сразу что? Вот этого японца, Митсубис, и возить паломников за 20 тысяч. Машину взял. Ну, не 20 тысяч, я просто говорю. Там чуть побольше будет. 85 тысяч реалов. Ну, разделите на 3,74, у меня сейчас голова не соображает.